years you bind me gray roses. What now? Now you're gone. Do you ever stop and think of me sometimes? Мы находимся на выставке, которая называется «Работа года». Понятно, что каждый художник хочет каким-то образом подвести итоги. Эти итоги Союза мы видим, а ваши личные итоги есть какие-то? Я вообще-то очень мрачно все вижу, вообще жизнь воспринимаю не в розовых цветах. У меня, скажем так, скорее какое-то эсхатологическое восприятие жизни, вот. Но я стараюсь всегда не навязывать это свое мнение другим людям. Вот. А вот эта выставка как раз, она, я бы не сказал, что она мрачная. Вот. И моя картина тоже, я бы не сказал, что она прямо такая мрачная. Вот. Но техника вот она как раз... я пытался сделать что-то такое, что возникает из какой-то массы. Как что-то, какое-то возникновение. Ну, конечно, беспредметные композиции, они в этой технике лучше возникают, так скажем. Я постоянно меняю техники, как бы стараюсь, чтобы картины у меня не были одинаковыми. А эта техника, которую я последние годы разрабатываю, она декоративная, это вот агломерат такой авторский. Мне хотелось показать все-таки картину такую упрощенную на первый раз, вот выполненную в этой технике. Люди задают разные вопросы. Ну, первое желание у всех, конечно, отковырять кусок. Да. Некоторые спрашивают, говорят, это что, пенопласт? Нет, это не пенопласт, картина тяжелая, вот это около 17 кг весит. Вот. И поэтому мне не хотелось бы, конечно, чтобы ее ковыряли.
сравнивая выставку года прошлого и нынешнего, замечаю, что, конечно, это послабее. Может быть, ковид придавил художников. Очень мало работ, собственно, по теме выставки. Вот, кроме работы Гусева, которая называется «Скорбь, поди поищи эту рефлексию современного момента». Я тут подумал, может быть, вообще в таких выставках, которых иногда можно, как коллективные могильники, так только разгребать, находить отдельные ценные моменты. Может быть, важно то, что вот мы все-таки сразу узнаем художника. Это Симоновский, это Овчинникова, это Поляков, это Кексгольмский, это Зинкевич. И поэтому та самая субъективность, которую мы ищем, мы не находим, что такое человек, зеркало, отражение другого, мы находим здесь у отдельных художников, и вот эти вот яркие моменты, они на этот трудный год как-то скрашивают. А вы, как я заметил, вообще к какому-то реализму стали тяготеть, даже, может быть, к кандовому в стиле большой морской стилю. Да-да-да, вы правильно заметили, потому что у меня была задача попробовать все же, так как это выставка-конкурс, попробовать выбрать те работы, которые мне нравятся. И вы знаете, дорогой зритель, я поймал себя на мысли, что мне пора на большую морскую, потому что мне понравились работы, которые раньше бы я отнес как раз, ну, к такому легкому реализму. Ужас. Наверное, ковид. Со мной сыграл злую шутку, хотя я не болел, и слава богу. Вот так начнешь разгребать коллективные захоронения и поймешь, что тебе уже тоже пора ногами вперед на большую морскую. Ну, видите ли, мы шутим с вами как-то сегодня темновато и черновато. Хотя нужно, конечно, всех поздравить, что, слава богу, год заканчивается, начинается Новый год, и это большая выставка, которая называется «Работа года», и, наверное, жюри выберет лучшую работу. Все будет хорошо, хотя, конечно же, нужно понимать, что даже начало выставки посвящено художнику, который в этом году ушел от нас, который долгие годы возглавлял этот союз. Светлая ему память.